Ну, хоккей, конечно, бывает всякое, но здесь явно не тот случай. Еще один дальний выстрел, момент, и 3-0 в итоге. Ничего себе, вот это голешник от Йокерита. Какой же красавец здесь Николас Йенсен. Я думаю, он и сам немного в шоке от того, что произошло. Мне показалось, что он бросил уже со второй попытки. Причем по отскочившей шайбе, по скачущей шайбе. И бросил он фактически с неудобной руки. Вот отскок благоприятный для Йокерита. Дальний наброс. Он сохранил шайбу на крюке в воздухе. Она опустилась, и впоследствии Йенсен уже поразил ворота.